И все-таки, как понять, чего я хочу? Этот вопрос я слышу слишком часто, чтобы оставить его без ответа. Давайте ответим. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню. Не так давно вышло несколько видео про желания. Ну, например, видео «Как не бояться бросить все и пойти за своей мечтой». И после этого видео посыпались многочисленные вопросы. Ада, подскажите, а как понять, чего я хочу? Вот здесь для меня самый большой проблемный момент. Я не понимаю, чего я хочу. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы человек, у которого сегодня этот вопрос «Чего я хочу?», стоит, возникает, сохранил это видео, держал его где-то поблизости и пересмотрел несколько раз. Это очень важная тема. И начну я с того, что многие люди за ответом на этот вопрос ходят слишком далеко. Это, знаете, как будто вы вышли, чтобы купить молока, но вместо этого начали размышлять о том, в какой деревне завести корову и каким кормом ее кормить. Все намного проще. И я уверяю, любой человек знает, чего он хочет. Просто он не туда смотрит. Он не понимает, что то, что он на самом деле хочет, и то, что ему внутри подсказывает его нутро или чутье, на самом деле он либо это отметает по причине того, что я в это не верю, я не могу этого хотеть, это не для меня, не про меня. И другая, абсолютно другая такая же крайность. Это слишком незначительно. Ну, разве этого хотят? Это как-то очень все просто банально и приземленно? Или это как-то очень все слишком не особо? Да? И начнем мы с того, что немалый процент людей занимается тем, что бессмысленно шуршит фантиками, объедками мечт других людей, а порой даже не их мечт, а их неуверенности. И думая, что его мечта должна быть какой-то, вот, скажем так, сопоставимой с мечтой этого или этого человека, или есть какие-то определенные ожидания от того, какой должна быть мечта, вот эти все вещи человеку мешают, они как шум его отвлекают от того, чтобы прислушаться к себе. Нужно успокоить свой ум и начать проводить время с собой и прислушиваться к себе. А что вы на самом деле хотите? Несомненно, есть вещи в нашем обществе, какие-то социально ожидаемые вещи, что человек должен сделать. Либо это внутри семьи есть определенные ожидания, что ты сделаешь. Ну, например, получишь образование. Ну, например, получишь докторскую степень. Ну, например, родишь ребенка, выйдешь замуж, построишь дачу, будешь заниматься огородом или, наоборот, напишешь научную работу, станешь доктором и так далее, и так далее. У каждой семьи есть свои вещи, которые являются сами собой разумеющимися. И если ты их не выполняешь, если ты ими, как говорится, не озадачиваешься в своей жизни и не пытаешься в их направлении двигаться, то это может, не всегда, но это может вызвать недопонимание, нарицание и попытку свернуть вас на этот праведный путь. Это тоже может сбивать с пути, потому что вполне вероятно, это не ваш путь. Вполне вероятно, сейчас вам это не нужно. Может быть, потом да, может быть, сейчас вам это не нужно. И не давая себе права услышать то, что вы хотите, вы пытаетесь себя уговорить захотеть то, что вам сейчас не нужно. И еще один очень важный момент. Дело в том, что когда человек начинает по-настоящему, по-честному себя спрашивать, а что я хочу, здесь ему открывается очень большое поле возможностей. Возможностей это изменить, на это повлиять. Вот здесь у него срабатывает страх. И я сейчас говорю об очень простых вещах. Любой человек, запомните и подчеркните, любой человек, который не знает, чего он хочет, или сомневается, что он хочет того, что он на самом деле хочет, должен для начала спросить себя, как выглядит благополучная, в моем понимании, полноценная, благополучная жизнь. Причем должен пройтись по довольно простым и базовым аспектам своей жизни. Отношения с родителями, отношения со своими детьми, если они уже есть, отношения со своим любимым человеком, если он есть, а если нет, то как вы это хотите видеть. Отношения с деньгами,
насколько вам комфортно с этим ресурсом, насколько вы можете сводить концы с концами и, если нужно, повышать свои доходы, насколько вам это дается, насколько вам хорошо вообще в вопросах финансов, насколько вам комфортно. Следующее. Как вы видите свое тело? Насколько здоровым? Насколько ухоженным? Как вы видите себя как личность? Вы хотите видеть свой прогресс? Вы хотите видеть себя человеком, может быть, чуть-чуть лучше, чем вы были вчера? Задумайтесь о очень простых для вас понятных вещах. Может быть, вы хотели чему-то научиться. И эта мысль за вами ходит по пятам всю жизнь. Даже если для кого-то вокруг это кажется либо бесполезной вещью, либо невозможным и так далее. Может быть, вы что-то хотели попробовать, даже если непонятно, для чего вам это надо. Но вам хотелось попробовать. Такие вещи нужно замечать и не отмахиваться от них. Итак, самые простые вопросы. Что я для себя буду считать нормальной, счастливой жизнью? Когда я утром просыпаюсь, и мне нравится, как я живу. Мне нравится, с кем я живу. Мне нравится, кем я становлюсь. Это очень просто. И еще раз, для этого не нужно идти куда-то очень далеко. Прямо здесь, прямо перед носом. С кем вы хотите изменить отношения? Какими вы хотели бы эти отношения видеть в будущем? Начните прямо здесь и прямо сейчас. К примеру, мама, которая могла бы прямо сегодня, прямо сейчас начать строить более доверительные, более здоровые отношения со своим ребенком или быть более нежной или более вовлеченной мамой, а может быть, наоборот, более спокойной, отстраненной и дать ему немножко пространства. Вместо этого она мечтает о чем-то совершенно оторванном от того, что на самом деле ей сейчас в жизни нужно и хочется. Попытайтесь оторваться от шаблонов и увещеваний, которые вы слышите извне, от идей успешного успеха и прочих ненужных вещей, известности, самореализации, какого-то божественного смысла. И просто спросите, вот что в моей жизни сделает меня более радостной, более довольной собой, более удовлетворенной своей жизнью? Вот что? И пусть это будут понятные конкретные вещи. И еще раз, вот здесь у человека появляется тревога, ведь дело в том, что все это он может менять уже сейчас. Ведь не каждый человек мечтает и нащупывает свои так называемые желания, чтобы что-то менять. Ему нужно видеть вот какую-то, наверное, может, звезду путеводную в своей жизни, может быть, какое-то успокоение, что я чего-то хочу. А может быть, действительно человек хочет к этому стремиться идти, но нередко человек, который не чувствует своей мечты, он не имеет здоровой атмосферы в своей жизни. Это очень часто так. Человек, который не понимает, чего он хочет, как правило, не закрыл базовые свои жизненные потребности. И когда я говорю «базовые жизненные потребности», то я действительно имею в виду базовые вещи. Теплые взаимоотношения, удовольствие от своей собственной компании, удовлетворенность тем, как я выгляжу, как я себя чувствую, вообще понимание себя, контакт с собой — это очень простые вещи. Начните с этого. Но это же скучно. Это же не великие вещи, да? Кому-то так покажется. Так вот, мы упираемся с вами в еще одну причину, почему человеку сложно понять, чего я хочу. Есть некая, знаете, идея того, что раз это смысл моей жизни, или как минимум большая цель моей жизни, это должно быть что-то необычное, что-то особенное, что-то весомое. Уберите это ненужное давление на себя. Не нужно искать смысл жизни, не нужно искать свое великое предназначение. Дело в том, что человек, которого, как правило, находит, он не находит его, потому что он его так целенаправленно ищет, потому что он следует за собой и его выводит на нужные дороги. Слушайте себя. Следующий момент – это страх сделать ошибку. Когда вам нужно принять решение, очень многие люди боятся его принять, потому что вдруг это не идеальное решение. Вдруг это был не лучший вариант, а я этого захотела. И все теперь узнают, что я поменял свое мнение, мне теперь хочется чего-то другого. Синдром отличника. Нужно все сделать на отлично. Нужно не ошибиться.
Вы знаете, когда мы делаем конечную нотку, конечный кадр в каком-нибудь для нас значимом проекте, например, в редакции видео, сложнее всего найти последние слова. Когда я заканчиваю для вас съемку видеопродукта, у меня немало времени уходит на то, чтобы найти последнюю фразу, потому что кажется, что вот в конце нужно сделать что-то, вот что-то объемное, вот что-то суммирующее все то, что происходило и было сказано, что в конце нужно сделать вот что-то сверх возможностей. Я думаю, по аналогии может происходить у вас, что вы думаете, что обязательно должно быть что-то, вот концентрат всего великого, мудрого, возвышенного и так далее. Расслабьтесь. Вы можете ставить цель сейчас одну, потом другую, последовательную и даже непоследовательную. Вы имеете право на ошибку, потому что ничто не является ошибкой. Когда вы чего-то захотели, вы прислушались к себе, и вам ваша мечта говорит: иди учись на массажиста. Вы пошли туда, и вы понимаете, что через 7 месяцев обучения или работы по специальности вы вдруг говорите, что «а вот меня тянет туда». И, может быть, какая-то зануда, отличница в вашей голове скажет: «Опять ты хочешь все поменять? Опять тебе не имется? Опять ты сделала ошибку?» Вот успокойте все эти мысли. Вы никогда не сделали ошибку. Вы идете свой путь, и он может быть совершенно неожиданным для вас. Я думаю, и я об этом часто говорю, важнее всего задавать себе следующий вопрос. Как я вижу свою жизнь? Еще раз, не нужно давление на себя, чтобы вы обязательно правильно и как-то ее очень корректно и безошибочно увидели. Вы должны себя спросить, вот какой личностью себя чувствуют, какие качества мне хочется в себе развивать и видеть. И очень, опять же, банальный вопрос, как я хочу себя чувствовать? А вы знаете, что самое главное в нашей жизни – это все-таки отношения и люди. Поэтому не забывайте, что при всем при том, что наши мечты, наши планы, связанные с карьерой, с достижениями, с доходами, все это имеет свое место в нашей жизни и мотивирует, и зажигает. Но по итогу ваше состояние – это то, какой мир отношений, мир людей вы построили вокруг себя. И прежде всего, это мир и отношения внутри вас. Внутри вас. Начните с этого. Когда человек закрывает вот такие базовые, незакрытые вопросы, вопросы отношений, элементарная забота о своем теле, о своем здоровье, о своих близких, о себе, о своем эмоциональном состоянии, вот тогда у него вопроса вообще не будет. Какое желание мое? Чего я хочу? Он будет делать шаг за шагом, не прислушиваясь сильно к советчикам, не опираясь на какие-то внешние посылы общества, чего вы должны хотеть, а что хотеть не слишком амбициозно и так далее. Слушайте себя. И еще одно пожелание. Не спрашивайте ни у кого совета. Не ходите, особенно к тем людям, которые любят давать вам советы, к ним за ответом, что мне нужно делать сейчас. Делаю ли я это правильно или нет? Правильно, что я этого хочу, стоит ли мне это делать или нет? Ни у кого не спрашивайте. Это ваша собственная жизнь. Я думаю, мудрый человек, скорее всего, вам не посоветует. Скорее всего, он поддержит вас в ваших собственных решениях. Давайте подведем черту. Начните с простого. Перестаньте спрашивать совета и сверяться с другими, правильно вы хотите или неправильно. Разрешите себе делать ошибки. Поймите, что это не ошибки, это ваш путь. И вы имеете право изменить свое мнение. Перестаньте давить на себя идеей того, что это должно, это желание должно быть чем-то выдающимся, неординарным или идеальным. И разрешите себе просто слышать и не отметать по любой причине то, что в вас рождается как спонтанное желание. Не обязательно каждое спонтанное желание тут же бежать исполнять, но прислушаться к нему и как минимум взять на заметку, если оно возвращается снова и снова, задаться вопросом, а может быть попробовать, а почему бы и нет? Доверяйте себе. Доверяйте себе. И неизбежно всегда будет искушение посмотреть по сторонам. И всегда что-то вовне может на первый взгляд привлечь ваше внимание. Но помните, что у вас одна жизнь. И лучший способ ее прожить – это не смотреть постоянно по сторонам и сверяться, а смотреть внутрь себя, спрашивать себя. А мне нравится то, как
складывается моя жизнь, а мне нравится мой прогресс, а мне нравится то, как я сейчас себя чувствую, а приятна ли мне моя жизнь, то, чем я занимаюсь, то, с кем я провожу свое время, то, как я думаю, то, какую информацию я впускаю в свою жизнь. Очень простые вещи. Посмотрите на них. И прямо сейчас, после этого видео, вы можете взять лист бумаги и написать, опираясь на себя, не думая, что это кто-то когда-то прочтет, и не пытаясь дать этому оценку где-то по шкале амбициозности, чисто для себя написать, что вы видите как свою благополучную жизнь. Может быть, не через 40 лет, может быть, не через 15 лет, может быть, через год. Начните с простых вещей, которые вы можете уже через год увидеть изменившимися. А сейчас время задать себе интересный вопрос. Прослушав это видео, возможно, прослушав его несколько раз, поймали ли вы себя на мысли, может быть, на какой-то зацепке, которая помогла вам ответить на вопрос, почему мне сложно мечтать? Почему мне сложно поставить свою цель или как-то ее вычленить и сформулировать? И еще один такой момент есть, о котором мы не очень много сегодня говорили. Это чувство вины иметь свои цели. Есть такое ощущение, что вы обязаны всем, но только не себе. Есть такое ощущение, что иметь право на свою жизнь, на свои желания, на свои планы, это чем-то чревато. Может быть, тем, что ваши близкие будут на вас обижены, может быть, они посчитают вас плохим и эгоцентричным человеком и так далее. Задайте себе важные вопросы и напишите внизу ответ. Что вас отдаляло, я думаю, уже не отдаляет, а от того, чтобы услышать свои желания. Я прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго.